И хочу, чтобы были предложены какие-то дополнительные законодательные меры для того, чтобы освободить всех заключенных, которые есть в стране сейчас. Что касается меня, то сейчас только все начинается. Наконец у меня хоть немного появилось возможности для действий. Собственно, они никогда полностью не прекращались, потому что грань между свободой и несвободой очень узкая, особенно в России, в авторитарном государстве. Поэтому я не скажу, что я испытываю сейчас что-то невероятное. Нет, у меня совершенно обычное рабочее настроение. Европейские страны могут пересмотреть свое мнение насчет Олимпиады, а так я призываю. Я призываю к бойкоту, я призываю к честности, я призываю не покупаться на нефть и газ, которые может предоставить Россия. Я призываю действительно применить те гуманистические нормы, традиции, правила, которых говорит Европа, и это было бы действительно честно. Со всеми еще увидимся, а?